I'll be able to help. I promise. Please, just let me join. Hill, I've made my decision. It's not yet time for you to take part in this mission. Итак, дорогие друзья, вы на прохождении игры Asterios Curse of Stairs. И наша первая глава окраина. И наша главная героиня, девочка, точнее сказать уже девушка, Хильда. Игра наподобие Kena Bridge of Spirits, но пока что я не знаю, что лучше, что хуже. Посмотрим. Камера, что у нас взаимодействие, понятно. А, ну здесь камера 360, да? Ну да, так, ничего, симпотное. Мне кажется, или я увидел здесь рябь в графике. Это, походу, у нас что такое, меч? Или это то, что осталось от щита? Жалко, что нету ее русской, и переводить все это, конечно, я не хочу. Слишком много времени на это все уходит. Бальзам для чего? Для души, да? Один, два, три. Использование предмета, да? Проверь. Это что, записка? Посыл, приказ легиона. Эра королей Людовика, командира временного, да? I need to find them as soon as possible. This is my only chance to prove myself. I can't dawdle here. Maybe I should have a look around first. Больше здесь ничего интересного нету. Да, Kena Bridge of Spirits, игра, которая, кстати, уже тоже в этом году. Гораздо бодрее будет, наверное. Хотя, судя по разрушаемости, конечно, объекта. Ну, не знаю. Кому как. Давайте будем. Бутыль звездной пыли. Хоть не пузырь назвали, то хорошо. Это кто? Что за придурок? Да, кстати, здесь рябь прям видно в графике. Такое ощущение, что это как в ВВС поиграет через стрим. Иногда такое бывает. Ну что, первый наш враг? Что такой-то? Ой, куда побежал? Ну, стоять! А, это он, в смысле, мое оружие отжал. Забраться мы никуда не можем, да? Так, на шифт-то у нас она бегает. В досках ничего нет. Ну что, драться-то будем? Нет, друган. Отдай мое оружие, да? Так он разбежался прям. Отдаст он нам его. Бутыль. Прям слово нравится, бутыль. Хоть не пузырь, вот реально. Здесь, походу... А, подожди, вот так откроет? Или там замок стоит? Не, ну... Что касается девчонки, не хватает инструмента, чтобы его открыть. В смысле, мне нужны кинжалы? Кинжал на что? А как его, подожди, мы же вот так вот его... Откроем, да? Так, значит, нам нужно найти кинжалы. Пойдем искать. Так, момент, ребята, подожди. А, ну здесь нульпяшка только стоит, да? Да ладно, потому что я показал, что слишком громко. Не, ну, поиграть-то, конечно, на разок можно, но Kena Bridge of Spirits, мне кажется, получше будет, чем данная игра. Хотя, каждому свое. Тихо. Ты мне мой меч отдашь, нет, козел?
Смотри, так и убегает от нас. Какие-то белочки тут лазают. Давайте-ка вниз сходим для начала. Непонятно, куда нам идти вообще. Может, все-таки нам надо вот здесь пошариться, а потом идти на портал. А это что, убежал отсюда, что ли? Да, и ничего нету вокруг. Пограничная застава. Это что такое? Ну-ка, давай пойдем посмотрим. Чекпоинт, что ли? Ну, прикольно сделано. Не, Гена, конечно, даже девчонка поинтереснее сделана. Красивее она выглядит, там как-то более такая милее, что ли. Если она какая-то мультяшная, как будто в аниме играешь. Это, конечно, мое сугубо личное мнение. Но графу для 22 года не знаю кому как. Проводник. Умение. О, что это за ощущение? Мое тело чувствует... Мой дневник. Give me to the diary, да? Архив. Так, дневник. Сумка. Бальзам. 40% здоровья. Умения, очки характеристик, очки талантов. 3 чьен это мана идет, правильно? Я, конечно, не думаю, что мне мана прям сильно понадобится. Так, очки талантов. Быстрое восстановление, знание зелий, вихрь ударов. Устойчивость. Прилив адреналина. Я даже не знаю, что здесь изучить-то вообще. Ладно, давайте пока мы это оставим. Потом как-нибудь разберемся с этим. Ну-с, погнали. О, белка что ли какая-то? Ты мне отдашь? Нет. Че, драться будем? Ага, давай. Ну, раз на раз. Ну, бои прикольно сделаны. Так, а прокачка здесь вообще есть? А, ну вон, я вижу, что-то там прокачивается. Здорово! Пососи, блин. Прятался, что ли, в кустах, типа? Ну-ка, давай. Использование навыков. Не слишком ли вас много-то? Легче. Нормально же общались-то.
легко. Даже в 10 дают. Что, так и будем тут с вами? Бедного папа запинали, там текстуры. Обломок от ферритовой руды. Не, так пока прикольно, конечно, все выглядит. Но дело вкуса, конечно, ребята, кому как что больше нравится. Но Кена мне лучше зашла. Хотя эту игру я еще не проходил. По факту-то. Мы только начали. Но Кена как-то по-другому себя вела. Вот они, мои кинжалы, да? Кстати, мы сейчас их забираем, надо обратно вернуться, да? Staff, spear, bracelets, так, and my daggers. Давайте пойдем right обратно. Надо тут сундук открыть. This will make getting to Aphis much easier. Так, новая запись в дневнике. Новая запись в дневнике. Давайте-ка мы обратно сходим. Попробую я открыть тут ящик. Там вроде кинжала спрашивали. Бегает-то она не сильно быстро. Ну и что? Ну нифига себе. О, а что там, золото, да? Золото, бриллианты. Угу. Ну, обломок хотя бы получили, то хорошо. Ладно, пошли обратно. Пограничная застава, да? Чекпоинт мне сделал, да? Восстановление, да? Это у нас что? Дневник опять. Дневник беглеца номер 2. Хорошо, я вас услышал. Есть ли смысл спускаться, убивать? Система опыта, как она вообще прокачивается? Ну-ка. Даже не понимаю, кто это такие. Ну-ка. Здорово, ребята. Вау. Саман, что ли? Ну, точно шаман. Ну-ка, давай. Поиграл, да? Наша основная задача — пробраться в Афос. Подъем! Да? Что-то очень дофига пузырей нам дают этих. Вау, ты смотри-ка, что у нас здесь, да?
была водичка. Что-то какая-то графика, я не знаю, она даже не мультяшная, но как-то она... Это кто такой? Что за подарок? Рыба. А вот сейчас я подрабатываю. Пожиратель. Пожиратель. Здоровенный. Что, драться будет? Как тебя убивать-то? Первый босс. А, ну да. Нам же вот сюда надо пойти, в пещеру. И что тут интересного? Есть кто дома? Никого. Сейф прошел, да? Значок какой-то. Что, пластинки что ли есть? Да ладно, что, реально залезет? Молодец. Девчонка у нас огонь. Давай, красава. Вот это замок какой-то прикольный прям. Так, я думаю, первая глава, ребята, закончена. Обычно все боссами заканчивается. Да. И что у нас имеется? Первая глава окраина пройдена. Надеемся, что игра дальше будет куда бодрее. Давайте досмотрим наш. Да, первая глава закончена, и так вторая начинается утес рогатого филина. Но это мы, ребята, сделаем в следующем нашем прохождении. Всем спасибо, всем удачи.